один момент, который отметим. Все узлы качения, они у нас везде применяются, подшипники. Ну, качения и применяются, в общем-то. Хотя чаще ставят люди втулки. То есть, вот показываю, толкатель зуба, да, вот он и отпустил, ну, даванул там что-то потолкал, да. То есть, вот его ось, смотрим, два подшипника стоит, 608-х. Никогда не будет никакого люфта, никогда не будет погрешности. То же самое приводная цепь, вот идет, вот здесь вот аналогичный корпус. В нем тоже стоит два подшипника. Ну, здесь понятно, однозначно, то есть корпус качения всего рычага, ну, разумеется, он тут с двух сторон на двух подшипниках. Так, ну и сам, значит, эксцентриситичный вал, который давит нам, да, вот на это все здесь основной, вот. Он тоже, то есть подшипник, который непосредственно давит в плиту, но когда он давит, фишка-то заключается в том, что он внутренняя обойма крутится, а наружная просто пошла вперед. Вот она просто пошла вперед. А между обоймой и корпусом трения-то никакого нет. Она просто толкает вперед. Проворачивается внутренняя обойма. Наружная на месте стоит. Вот. И всю нагрузку на себя берет вот этот подшипник 201. Тут, честно сказать, можно и не говорить, что он, крайне говоря, тут навечно. Ну и здесь тоже два стоит в корпусе. То есть вот эти все механизмы, отвечающие за повторяемость, они, честно сказать, здесь просто неубиваемые.